Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодняшнее видео будет про юбку. Я буду укоренять макушку. Кто смотрит мои видео, они знают, что я примерно где-то месяц назад обрезала свою юбку. И макушку, которую обрезала, поставила в ведро с водой. И она прекрасно дала корни. А здесь посмотрите, какой пошел рост. И вот еще почка проснулась. Четвертая. Четыре хороших отростили. Ну, три прям хороших, а вот четвертая вот проснулась. То есть результат мне нравится очень. Почему я ее обрезала? Потому что она у меня уже была очень высокая и самостоятельно не стояла, заваливалась. И мне пришлось ее обрезать. И она росла как бы в один ствол. Но вот здесь она, конечно, выпустила еще детку. Как такой, ну не то что детка, а отросток вот такой пошел еще. И после обрезки я заметила, что у нее стала утолщаться вот эта вот такая нога. У нее правда как нога. И помимо этого я ее еще пересадила в большее кашпо. Если судить по растению, то пересадка и обрезка ей очень понравились, потому что молодой рост такой прекрасный пошел. А теперь пойдемте, я вам покажу макушку, как она себя чувствует, и ее же будем укоренять в горшок. Вот здесь она у меня стояла на укоренении, вот в этом ведре. Просто налила воду и посмотрите, какие корешочки. Теперь я ее хочу посадить в землю. Прошел месяц, прекрасно вообще укореняется. Просто в воде, без всяких добавок. Чистая вода. Я землей сильно не заморачиваюсь. Обычный универсальный грунт. Но здесь я немножко вот добавлю ей кварцевого песка для разрыхления, а вот такой вот фракции, и все. То есть она неприхотливая, то есть она растет, ей вообще в принципе эту самую. И на дно обязательно керамзит, конечно же. Вот такое кашпо, это у меня кашпо из-под юбки, из-под мамочки. Сейчас я насыплю. И буду добавлять грунт. У меня прежняя юбка, которую я вам показывала, я ее тоже укоренила сама. И она у меня росла вот в этом кашпо сразу. То есть ничего страшного нету, что кашпо большое, она тоже не маленькая. Корни у нее очень быстро растут. И ее туда-сюда. И даже если я поменьше горшок посажу ее, у нее макушка, видите, какая тяжелая. Она просто уронит сама себя. Все. Так что буду садить сразу в такое кашпо. Тем более это уже проверенный у меня способ. Ну вот, достаю свою красоточку. Сейчас весна, она сейчас в рост очень быстро пойдет. Ну вот так вот, наверное, буду ее присыпать. Ну неудобно, конечно. Сейчас ее немножко закидать, чтобы она стояла. Была одна юбка, а теперь две стало.
такие не маленькие, это, но они красиво смотрятся, мне нравится. Юбка. Ну, земли-то, конечно, уходит много. Не надо ее сейчас хорошо так поставить, чтобы она не падала. Садила ее. Поливать я ее не буду, так как земля влажноватая такая, как бы ей достаточно этого будет. Ну, здесь она, конечно, у меня скривилась, но она выправится. Ну, вот такая вторая юка у меня появилась. Кому интересно посмотреть обрезку моей юки, можете зайти на мой канал и посмотреть. Ссылку оставлю под видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.